Видеообзор на ноутбук Acer. Вот его внешнее состояние. Крышка имеет небольшие такие сколы краски на торцах именно. По корпусу, в принципе, целый. Небольшие царапины обратной стороны. Вот также снимаю все болты абсолютно на месте. Ну, вот здесь что-то приделали. Далее у нас идет. Кнопки все полностью исправны, тач работает. Вот характеристики. Сами наблюдайте по ноутбуку. То есть идет Core i5 и 6 поколения, 8 оперативки идет у него. Жесткий диск идет на 512. SSD идет на 164, получается. И простой жесткий диск HDD идет на 328, если не ошибаюсь. Сколько он там?